Вот так вот они травят русских, ненавидят их за их поведение. Ну, скажем, поведение тех, кто едет сюда, уже сам по себе контингент. Такие люди в Грецию и Европу не поедут, потому что там, здесь не пукнуть, там не покурить, 1500 евро. Поэтому самые развязные едут сюда. Да, короче, тут их, видимо, не любят, поэтому решили травить. Вон, человек уже бегает, дети одурманены этим ароматом. Начинается истерика. Сначала, потом жуткий отходняк. Они еще это не знают, просто первый раз только приехали, наверное. Так вот он пошел. До недавнего времени они не ездили специально на мопеде, это делали. Вот, чтобы... Сейчас не знаю, где мопед. Эти в эйфории бегают. А так, в принципе, отдых нравится. Все очень хорошо.